Спонсоры перевода «Зомби и Зом». Перевод «Мегапыхарь». Закадровый текст читал Дэн904. Релиз группы «Колобок». Просьбы на перевод или озвучку оставляйте на сайте netvkino.ru. Срань господня, ты до смерти меня испугал, чувак. Там ничего нет. Думаю, что мы вернемся домой с пустыми руками. Дело не в том, сколько рыбы мы поймаем. Главное, хорошо провести время. А ты не хотел бы уплыть в Майами? Зачем? Там бы пришлось работать. А здесь я могу просто сидеть и пинать балду. Кроме того, я выжил. Я пережил Мариэль. Я пережил конфликт в Анголе. Я пережил особый период и все, что было после него. Просто дай мне шанс. И я со всем разберусь. Смотри. Мне кажется, начинает вести. Что я тебе говорил? Лазаро, это рай, и я не собираюсь ничего менять. Он мертв? Это останется между нами, ладно? Послушай, кажется, Эльнани тебе денег должен. Вот он, ублюдок, подожди-ка. Тома. Нэнни! Нэнни! Мой папа круче тебя. А кто твой папа? Давай, двигай жопой! Твой папа педераст. Что такое педераст? Это образ жизни. Вам помочь, Ива? Спасибо, мой мальчик. Хуан, дорогой, что бы я без тебя делала? Рахелио не встает уже много лет. Что за черт? Ну вот опять. Лифт опять сломался. Ива, будьте осторожней. Не вздумай лапать меня. Я постараюсь этого не делать. Ты все-таки потискал мою задницу. Я ничего не смог с собой поделать. Эй, в чем дело, Сара? Тебя не было видно несколько дней. Что за небесное видение? Я так переживал.
когда он мне это сказал. Кстати, тебе очень идут эти красные туфли. Сара, а как насчет тебя и меня? О, пожалуйста, нет. Даже если бы ты был последним человеком на Земле. Эти пташки без ума от меня, чувак. Как узнать, когда девушки кончают? Когда дрочишь, то результат виден сразу. А их ублажаешь до посинения, и хрен поймешь. Чем Сара занимается? Она... блогер. Одна из тех, кто пишет в интернете всякую чушь. Хуан против живых мертвецов. Ты мудак, ты не помогаешь своей семье и живешь себе припеваючи. Покажи мне свои часы, чего уставился? Вытряси из него все дерьмо. Встречаемся сегодня? Я им уже сказал. Посмотри, здесь твой сын. Ему нужно где-нибудь учиться, а не разводить людей на бабки. Эта сучка из Калифорнии, пусть у нее в шпиле. Он достоин большего, не позволяй ему идти по своим стопам. Он любит ее, Хуан. Какого черта я могу сделать? А я по-твоему знаю? Надо было больше уделять ему внимания, играть в мяч чаще, я не знаю. По крайней мере, он здесь со мной, на Кубе. Разве ты не хотел, чтобы он достиг большего? Я не жалуюсь, но есть способы и получше, чтобы привести свою жизнь. Что случилось, мама? Ты по мне не соскучилась? Слава богу, я больше не твоя теща. Зачем ты пришел? Камилы здесь нет. Бабушка, кто это? Ходи. Спасибо. Я в душе, скоро выйду. Я удивлена, что ты не пришел раньше. Я думала, ты в тюрьме. Почему это я должен сидеть в тюрьме? Природа мудра. Когда ты приехала? Достаточно давно, прежде чем ты узнал об этом. Ты разбиваешь мне сердце, когда так говоришь. Ты разбил много чего, когда мы виделись в последний раз. Ты такая же, как твоя мать. Слава богу, я выгляжу, как она. Ками, я клянусь. Я изменился. Нет, Хуан. Ты похож на эту страну. С вами случается все, что угодно, но вы никогда не меняетесь. Кстати, я уезжаю в Майами. Там проще, чем в Испании, и мама решила начать с нуля. Черт возьми, Камила, она не может так со мной поступить. Я не могу жить без тебя. Ты прекрасно вел себя все это время, поэтому привыкай к этому. Я честно. Дай мне шанс. Уходи.
Давай-ка еще разочек. Мой муж. Пацан не хочет играть со мной в мяч. Ты где, чувак? Вот дерьмо. Горячая брюнеточка. Круто. Комитет по защите революции. Спешите в бой, люди Баямо. Родина с гордостью смотрит на вас. Не бойтесь славной смерти, потому что умрем за Отечество, чтобы жить. Почему мы всегда встречаемся здесь? Это традиция. Добрый вечер. Марио сегодня чувствует себя нехорошо, поэтому он попросил меня поговорить с вами. Хорошо, давайте начнем. Вы знаете, в последнее время слишком много людей бросают на нас косые взгляды. Милый, ты хочешь нам предъявить, что все это из-за нас? Поосторожнее, пока вы там милуетесь на своем маленьком плато, мы видим здесь больше дерьма, чем вы даже можете себе представить. Осторожно. На этой неделе 8 магнитол было похищено из автомобилей, оставленных здесь на ночь. Здесь. Мы должны обращать внимание на все подозрительное. Здесь были инспекторы общественного здравоохранения, чтобы предупредить нас о том, что может способствовать вспышке эпидемии. Что? Я должен заботиться о себе. Ты же не срешь там, где ешь? Китаец, если из-за тебя попадусь я, то он все еще о своем. Послушай, скажи своему другу, чтобы перестал разговаривать в подобном тоне. Если я выйду из себя, я отдам его ему. А он не ел со вчерашнего дня. Я скрумкаю тебя, как шоколадку. Не смеши, меня называют нормандским мясником. Это еще почему? Потому что в Нормандии я рубил стейки для ресторана. Ладно, господа. Мы пришли сюда не для того, чтобы хуями мериться. Мы пришли, чтобы как-то согласовать наши действия. Нам нужно, чтобы эти люди позабыли о дурацких магнитолах. Марио, что происходит? Матерь Божья! Это что, Марио? Похоже, он слетел с катушек. Я никогда его таким не видел. Черт! Что с ним, черт возьми? Он теперь не может вида крови переносить. Забирай его. Здесь становится слишком стрёмно. Разве мы им не поможем? Нет, нахуй всех. Сейчас они уже точно забудут о магнитолах. Господа, ну вы не поможете мне с этим здоровяком, что ли? Эй, папа Смурф! Пошел нахуй! Официальное заявление. В последнее время происходят гражданские беспорядки в разных районах столицы. Полиция проводит расследование беспорядков, видимо, спровоцированными диссидентскими группами, оплачиваемые правительством США. Диссиденты. Не пудри мне мозги. Марио не диссидент. Я в жизни не слышал большей чуши. Ты прав. Что-то мне не нравится вся эта тишина и покой. Это плохо для бизнеса. Здесь даже туристов нет. Я собираюсь покинуть это место и отправиться путешествовать по всему миру. Если кто-то спросит меня, откуда я родом, буду говорить, что я с Кубы.
Если меня спросят, что такое Куба, я отвечу, что это небольшой социалистический остров в Карибском море. Если меня спросят, что такое социализм, я скажу, что это социальная система, созданная Фиделем Кастро 50 лет назад. Если меня спросят, кто такой Фидель Кастро, я останусь там навсегда. Это мой мальчик. Из него будет толк. Сын. Твои слова реально меня тронули. Святой Кал, Калифорния, если ты будешь так держать, то ты превзойдешь своего отца. Подождите здесь, что-то случилось со старым сумасшедшим ублюдком. Что случилось, Ива? Хуанита, мой старик умер. Он выглядит как обычно. Я отвезла его в поликлинику, чтобы получить инъекцию. Он жаловался весь день, но он всегда жалуется, так что я его проигнорировала. Я позвонила доктору, но он мне сказал, что приедет, когда хоть немного освободится. У него было много пациентов, потому что вокруг ходит грипп. Или что-то вроде того. Я не буду вам врать, Ива. Но мне кажется, он больше не с нами. Не поступай так со мной. Не поступай. Ах, боже мой. Ах, боже мой. Нет, успокойтесь, успокойтесь. Я не врач. Прежде всего, нужно вызвать скорую помощь. Я давно хотел посмотреть на это. Еще когда был ребенком, старый ублюдок. Вот номер. Не волнуйтесь. Он просто крепко спал. Вот и все. Старик, ты напугал меня до усрачки. Ива, все равно вызывайте скорую помощь. Просто, чтобы быть уверенным. Хорошо? Ах, милый, что бы я без тебя делала? Когда Рахель его парализовала? 15 лет назад, а что? Чудо! Нет-нет, я не думаю, что это чудо, Ива. Чудо, это чудо. Позвоните мне домой и скажите, чтобы ребята пришли. Рахелио, что с тобой? Ива, позвоните мне домой. Пожалуйста. Это Ива? Из 8Б. Ах, милый, не так уж плохо. Ты знаешь, как бывает в этом возрасте? На днях я видела твоего сына. Хуанита хочет, чтобы вы спустились. Это срочно. Я не знаю, что с ним случилось. Он никогда не был агрессивным. Это все из-за просроченных лекарств, что дают в нашей поликлинике. Рахелио, что они с тобой сделали? Что с тобой случилось? Помоги, да черт возьми. Разве ты не узнаешь меня, Рахелио? Полегче с ним, он старый. У меня есть идея. Папа, вдвоем мы его не удержим. Это я, Ива. Отойди в сторону, Хуан. Что ты собираешься с этим делом? Вчера он сработал. Пусти меня, чувак. Ты не загарпунишь старика, это же Рахелио. Он сумасшедший ублюдок. Я никогда не позволю тебе снова прикасаться к гарпуну. Это не диссидент. Вампир? Как хрена ты это сделал? Это их пугает. Иди найди кол, черт побери. Хуан, не кричи на меня, я думаю. Что-то с ним не так, очень странно. Эй, чеснок у него вообще не действует. Держи его крепко. Серебряные пули? У тебя есть из чего их сделать? У тебя есть серебро? Может, он одержимый? Дьявол, оставь это тело с миром. Дьявол, оставь это тело в покое.
Это не молитва. А ты знаешь лучше? Дьявол, черт возьми, изыди в недра матери, которая родила тебя. Пошел нахуй, черт. Оставь в покое это тело, дьявол. Отпусти его, черт побери. Выметайся оттуда. Убирайся, проклятый дьявол. Срань господня. Пошел нахуй, черт побери. Вот что крест животворящий делает. А что же нам теперь делать? Осторожней со старушкой. В честь чего это? Хорошая была старушка. Самое меньшее, что мы можем сделать, это относиться к ней с уважением. Что это было? Отойди! Отойди! Нужно запихать эту рухлядь в мусорку, и завтра их вывезут. Чувак, я бы не стал повторять такое еще раз. В этом городе творится что-то странное. Мне даже яйца посидели. Хрен знает, что тут происходит. А ведь это было самое тихое место в мире. Не смотрите на меня. Она была горячей штучкой. Лица идет. Сара? Похоже, наших соседей кто-то навестил. Слава Богу. Мари? Я не знаю, что на нее нашло. Она плохо себя чувствовала. Потом она попыталась меня укусить. Она сошла с ума. Мы боролись. Это был несчастный случай. Я тебе верю. Если хочешь быть в безопасности, то пойдем со мной. Пошли. Позволь мне предложить тебе это. Душевая там. Давай. Революционная полиция предупреждает всех граждан о происшествиях, вызванных
антиобщественным поведением людей, находящихся в сговоре с империей. Что значит сговор? Это означает, что нам придется потрахаться. Мы призываем вас принять участие в демонстрации завтра в 5 часов вечера перед антиимпериалистической трибуной в знак протеста против последних актов агрессии со стороны правительства США. Что скажешь? Что нового? Ничего. Никаких автомобилей, магазины закрыты, как в особый период. Возможно, эти диссиденты собьют с них спесь. Что-то я очень в этом сомневаюсь. Они выглядят так же, как мы. Ты так думаешь? Посмотри вокруг внимательно. Что это с ним? Еще вчера он вел себя как взрослый. Калифорния! Черт побери. Неужели нельзя помолчать, когда видишь, что я работаю? Ты ведешь себя как мальчишка. На этом можно разбогатеть. Не похоже, что они сильно разбогатели. Что? Мы должны быть готовы. Это не американцы. У меня такое ощущение, что в этой ситуации требуется какой-то план, которого, к сожалению, у меня сейчас нет. Иди и жди меня дома, мне нужно кое-чем заняться.
Хуан, мне придется самому подтянуться, я не смогу тебя вытянуть. Если бы не ты, мне б точно крышка. Хуан, давай без этого, ладно? Ты видел бабушку? Ну, более или менее. Как она? Она выглядит как обычно. Я научился этому в Анголе. Это долгая история. Калифорния, мне нужна помощь. Позаботься о ней. А ты? Камила. Калифорния. Влад, Калифорния. Моя дочь Камила. У тебя есть дочь? Она не похожа на тебя. Если дотронешься до нее, я вырву твои яйца и запихну их тебе в задницу. Будь с этим парнем осторожна. У него герпес. Где мой шезлонг? Его забрал мой папа. Куда? Копать, копать. А ну стой, ублюдок! Мы начнем новую жизнь. Ты и я, вместе. Греби. Остановись, ублюдок! Ты заткнись. Похоже, ты собрался в отпуск. Не крути мне яйца, здесь невозможно жить. А там, тебе, чтобы жить, придется горбатиться изо всех сил. Хорошо, но что если вся эта хрень продлится еще 50 лет? У меня есть идея. Это сделает нас с тобой богатыми. Ты мне нужен, приятель. Без тебя я ничего не смогу сделать. Не говори так, чувак. Сара, ты... И как нам отсюда выбраться? Так как мы это всегда делаем. Нам просто нужен шанс. Это все, что нам нужно. Прежде всего, нам нужно вооружиться, и мы должны быть осторожны. С этого момента мы выходим только за самым необходимым. Ром, а как насчет еды? Да, точно, и за этим. Диссиденты не особо умны. В этом наше преимущество. Они ищут нас как наркотики. Как в лице со шрамом. Тот, что с Муни...
или Пачино, тот, что с Рокко Сифреди. Мы должны воспользоваться тем, что они заняты борьбой или пытаются убежать, и они до сих пор не понимают, что происходит. А что происходит? Неважно. Мы столкнулись с кризисом, и мы можем сделать только одно. Помочь им? Нет. Заработать на этом. 30 за каждого, 50, если нужно избавиться от тела. Скидки пожилым. И детям до 12 лет. Двойная цена для иностранцев и тех, у кого родственники за рубежом. Я думаю, нам нужно найти русское название для бизнеса. Хуан? Это еще одна длинная история. Ты сказал мне, что хочешь измениться. Я и изменился. Хуан против мертвых. Хотите убить своих близких? Мы вам поможем. Что? Я просто слушаю, как это звучит. Вы собираетесь брать с людей за это? Ками, мы кубинцы. Это то, что мы можем сделать в данной ситуации. Если вы хотите этим заниматься, то делайте это, чтобы помочь, а не чтобы заработать денег. Девочка, живешь с мамой за рубежом. Это совсем не повод, чтобы так себя вести. Хуан, ты знаешь, я не это имела в виду. Ты права. Скажи мне, что я могу сделать, чтобы показать тебе, что я изменился? Ну, большинство из вас уже были в похожей ситуации. Это как подготовка к обороне. Только на этот раз плохие парни не какие-то там янки, а реальный враг. И они здесь, среди нас. Насколько мы знаем, их не так просто остановить. Они хотят жрать, почти как в особый период. Но они едят не только кошек. Давайте посмотрим, что еще вы можете рассказать мне о них. Если разнести им голову, то это их точно остановит. Молодец. Что-нибудь еще? Некоторые из них быстрые, а некоторые медленные. Правильно, одни быстрые, другие тормознутые. А кто-нибудь знает почему? Какая жалость. Мне очень хотелось выяснить это для себя. Встать в строй. Мы собираемся научить вас любительским методом вооружить себя и быть в состоянии выжить без проблем. Например, вот это. Эрнестико! Я говорил тебе не приводить родственников подопытных. Дерьмо. Хуан, поймать их станет все труднее и труднее. Этих пришлось взять в этой части города. Окропи старушку водой, когда ей станет лучше, возьми с нее 30 песо. Здесь неблаготворительная распродажа, хватит нам быть альтруистами. Ладно, продолжим. С этого момента мы будем называть быстрых зайцами, а медленных черепахами. В боевой обстановке зайцы будут нашей основной целью. Ты должна гордиться, он делает это для тебя. Я буду горда, когда он будет делать это для них. Или для себя. Вы не слишком много проводили времени вместе, да? В конце концов, ты к нему привыкнешь. Я помню, когда доллар был под запретом, мой отец заставил меня прятать их для него. На тот случай, если бы нас арестовали, они бы никогда не стали обыскивать меня. Да, но это еще ничего. Мама рассказывала мне, что одевал меня в старую одежду и пачкал мне лицо, и брал меня в старую Гавану, чтобы выпрашивать деньги у туристов. И поэтому, после всех безумств, которые творил Хуан, мама решила, что мы должны были уехать. У меня было повеселее. Мы могли бы составить неплохую компанию. Хуан рассказал мне о тебе. Да? И что он сказал? Что у меня есть? Пойдем, Хуан. У нас есть работа, которую нужно сделать. Хуан против мертвых. Мы убиваем близких. Чем вам помочь? Что нам делать с этими парнями? Ты сможешь взять на себя пару-тройку? Я отделаю их под орех. Пойдем. Это самооборона. Одну минутку. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда.
Я хочу вам сказать, не поймите меня неправильно, но я не останусь дома, ухаживая за восьмым чудом, в то время как вы набиваете карманы деньгами, так что мы пойдем с вами. Не еби мне мозг, он терпеть не может вида крови. 70 на 30. Не жадничай, господин. 50 на 50. Ни в коем случае, китаец, дорогуша. Возвращайся в свое гнездышко в Кантоне. Это не проканает. Шестьдесят на 40. Договорились. Пойдем. Выкручивай на 360. Коленом на север. Китаец, пригнись, сука, пригнись. Я не знаю, что делать с этим. Я бы с ним не заморачивался. Я сдаюсь, пожалуйста, я сдаюсь. Я учитель, я не знаю, где я нахожусь. Извини, брат, пойдем со мной. Ты просто оказался не в том месте. Что происходит? Где я? Что я вам сделал? Лазаро, не надо. Лазаро, не надо. Лазаро. Лазаро, нет, Лазаро. Остановись. Он мне задолжал. Пойдем. Vamos. Эй, завязывай звонить. Глади, хватит, засранец. Расслабься, чувак. Они очень медленные. Глухой медленные. Ты что, не видишь? Они прямо за нами. Поторопись, китаец. Крути педали. Поднажми. Вертолет, Хуан. Они летят, чтобы спасти нас. Говорите потише, они наверху. Если мы не будем шуметь, они нас не засекут. Так что, мэм, о скольких людях мы говорим? Ну, я сдаю в аренду 4 комнаты, но сейчас меня беспокоят только 2 из них. Вы знаете, как обстоят дела? И это комнаты, они заселены? У меня 4 испанца. Это 60, и если вы хотите, чтобы мы позаботились о них... Это еще не все. Что еще? Вы же знаете, испанцы не бывают сами по себе. Не волнуйтесь, но вам придется заплатить за каждого дополнительного человека. Как мы это сделаем? Так же, как и всегда. Заходим и смотрим, как бы их уничтожить. Как с повстанцами.
Гибучие испанцы. Могло быть и хуже. В самом деле, и как же? Ебать твои розовенькие ушки. Мы их сделали. А где? Бедная дама. Она, казалось, была неплохой женщиной. Что произошло? Проверьте дом. Потому что я не уйду без своих денег. Успокойся, Хуан. Хуан против мертвых. Мы избавим вас от ваших близких. Хуан против мертвых. Мы избавим вас от ваших близких. Чем я могу вам помочь? Нет, это не парикмахерская, мэм. Ёбаный в рот, это чертова пизда. Ты же знаешь, что он легко падает в обморок. Хуан против мертвых. Мы избавимся от ваших близких. Чем вам помочь? Вы имеете в виду победителей Паралимпийских игр? Нет, это будет подороже. Иконоборцы. Начальная школа строителей будущего. Это был не я, черт побери. Я тут ни при чем. Давай, дружище, уходим, не тормози. Эй, чуваки, подождите меня. Не сердитесь на меня. Вот дерьмо. Хуан против мертвых. Мы избавимся от ваших близких. Чем я могу вам помочь? Корову? Нет, чувак, это полный беспредел. Не-не-не-не-не. Помогите! 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 Старик, помоги ему. Разобрались? Старик мертв. Нам пришлось оставить его там. Он же вне заказа. Хуан против мертвых. Мы избавим вас от ваших близких. Чем я могу вам помочь? Кого? Нет, товарищ. Разбирайтесь с этим сами. Прекрасный вид. Ага. Хреново только, что эти здания перекрывают закат. Ситуация вновь находится под контролем.
Заткнись, заткнись. Влади, что у тебя за проблема? Он сказал Камиле, что у меня герпес. Это не такая уж проблема. Давай посмотрим. Поднимите руку те, у кого нет герпеса. Все вокруг накрылось, и в конце концов, единственное, что работает, это общественный транспорт. Такое ощущение, как будто ничего и не было. Революция или смерть? По мне, так лучше валить отсюда. Пойдем. Я не знаю, почему каждый раз, когда тебе кажется, что все вокруг устаканилось, все вдруг становится уродливым и жестким, как горы в России. Почему бы тебе не завалить ебало? Разойдитесь! Матерь Божья, у Бога должно быть был стояк, когда он создавал этого парня. Положите свое оружие на землю. Идентифицируйтесь. Мы партизаны. Раздевайтесь. Эй, подождите секундочку, а зачем нам раздеваться? Раздевайтесь, или мы откроем огонь. Никакой личной жизни. Развернитесь. Двигайтесь к грузовикам. Пойдем. Хуан, ты в курсе, что без одежды твой друг похож на бойскаута? Китаец. Садись давай. И что это значит? Мы должны подбирать всех с улиц. Нас осталось не очень много, примерно с полдюжины, и мы решили начинать с нуля. Мы спасаем выживших и снабжаем их оружием. Вы будете строить стены для защиты нашего сообщества. Милый, у тебя такой красивый голос. Как тебя зовут? Гавриил. Гавриил, как архангел? Не знаю, если ты заметил, они называют меня китаец, но мои руки не были заточены под строительство стен. Если вы не с сообществом, вы против общества. В этой стране всегда одно и то же. Посмотрите, он значит раздел меня, теперь любой может на меня пялиться. Ты, по крайней мере, мог вернуть мне одежду. Не волнуйся, там, куда вы едете, одежда вам не понадобится. Слушай, сержант. Чувак, я не думаю, что ты поступаешь правильно. В самом деле?
Ключи, ключи! Ружье, пистолет! Ладно, давайте займемся делом. Влад, ищи питание. Лазаро, с тебя, Ром. Прим, иди и найди что-то, чем срезать наручники. Не надоело быть связанным с этой девчонкой. Ты назвал меня девчонкой, чувак? Я, конечно, дико извиняюсь. А разве не ты так внимательно разглядывал то, что у меня между ног? Камила! Камила! Не кричи, Хуан. Камила! Хватит орать, Хуанище! Камила! Хуан, прекрати кричать, чувак. Заткнись, я ищу свою дочь, Камилу. Подожди, послушай меня. Камила! Камила! Послушай, чувак. Хуан, посмотри, на что мне приходится идти, чтобы удивить тебя. Хуан, что-то мне хреново. Мне тоже. А это что? Где Хуан? Ничего, должно быть, сам поранился в грузовике. Ты уверен? Хуан, не суетись. Конечно, сам. Камила! Хуан, не кричи. Камила! Хуан, не кричи, я плохо себя чувствую. Быстро найди что-нибудь, чем снять наручники, прежде чем он умрет. Не обижайся, китаец. Торопись, я совсем не хочу быть рядом с ним, когда он сдохнет. Я дам тебе большую долю в этом бизнесе, но, пожалуйста, не делай этого со мной. Китаец. А, китаец. Что здесь произошло? Найди что-нибудь, чем можно отцепить его от меня. Торопись, вот. Даже не думай об этом. Не надо, ты совсем охренел, что ли? Это еще зачем? Включи голову. Оставь меня в покое. Лей на китайца.
Хорошая идея. Спасибо. Ты нашел то, зачем я тебя посылал? Чувак, видишь ли, я добрался до места, а там было полно этих мертвецов. Что мне было делать? Официальное заявление. Еще раз наши люди показали, что они непобедимые. Мы отклонили очередную агрессию со стороны США. Мы хотим сообщить всем гражданам, что вы можете вернуться к повседневной жизни. Все возвращается в нормальное русло. Месяц спустя. Много их там? Столько же, сколько и было. Все не заражены, нормальных почти не видно. Я собираюсь разбить башку этому дрыщу. Ты что, уже не видишь различий между хорошими и плохими? Девушка, в этой стране это всегда было трудно сделать. А вот и Влад. Он это сделал? Да, похоже, он нашел еду. Хуан! Твоя горячая соседка тоже стала мертвячкой. Подойди. Я совсем забыл про Люсию, брат. Хуан, ты должен это увидеть. Черт побери, планы меняются. Нужно валить отсюда. Поедем в горы и начнем восстание? Ты сейчас шутишь. Но это то, что нам надо было сделать с самого начала. Черт, не смотрите на меня так. Я не собираюсь сидеть здесь и смотреть, как Гавана катится в тартарары. Хуан, мы не можем бороться с ними всеми. План Б. Давайте поищем лодку, чтобы уплыть отсюда. Майами? Куда угодно. В Майами, если другого выбора нет. Пизду все это. В конце концов, не сожрут же нас эти проклятые капиталисты. Ладно, руки в ноги и вперед. Мы должны выбраться отсюда. Где все? В своих домах. Разве ты их не слышишь? Надеюсь, они останутся там навсегда? Мне плевать, пусть делают, что хотят. Если мы на это решились, то давайте сделаем это стильно. Хуан, отойди в сторону. Может, ну ее нах? Ну да, лучшего места для нее и не придумаешь. Пойдем, там есть другие тачки. Только не говорите мне, что никто не умеет водить. Ладно. Позже я с вами всеми разберусь. Хуан, поторопись, они приближаются. Езжай, Хуан. Они уже близко. Что происходит? Хуан, заводи. Они совсем близко, они уже почти здесь. Езжай, пожалуйста, они уже здесь. Дайте мне сосредоточиться. Хуан, езжай, езжай, пожалуйста. Вот так-то. Пошли все нахуй. Ёбаные мертвяки. Рабы. Плебс. Будь проклят тот день, когда эти русские вступили на священную землю Кубы. Хуан, о машине придется забыть.
Прим, не забудь одеть свою повязку, иначе ты опять хлопнешься в обморок. И что нам теперь делать? Что делать? Следуй за ней. Камила! План С. Ищем ближайшее убежище. Убежище? Да, чувак, жилье. Место, где можно спрятаться и переждать атаку противника. Неплохой удар, Прим. Влад, ты защищаешь Белоснежку. Эй, люди, вы можете мне сказать, что происходит? Успокойся, Прим. План ведет нас в безопасное место. Отойди в сторону, Хуан. Это мужская работа. Вы видели это? Я ее открыл. Хуан, хватит с нас этих грандиозных планов. Мы начинали как оркестр, а теперь мы просто группа. Нам просто нужен шанс, вот и все. Хуан, вот только не надо опять, ладно? Камила, все, что я делал, все это для того, чтобы помочь тебе. Послушай, когда я тебя впервые увидел под защитой твоей матери, я понял, что ты любовь всей моей жизни. Извините, что прерываю эту милую сцену любви, но посмотрите туда. Вот же бледищество, а! Идите к машине, быстро! Что он сказал? Я не знаю, но пошли к машине. Чертовски назойлив. Неплохо. Прошу прощения за грубость. Меня зовут Джонс. Пастор Джонс. Влад, давай ты. Нет, я говорю только по-итальянски. Не смотри на меня, это ты изучал английский язык. Но это было еще в школе.
Но это уже хоть что-то. Не то, что у всех нас. Неужели у вас в Испании придут английский язык? Хуан, я не сильна в языках. Привет. Меня зовут Хуан. Приятно познакомиться. Как у вас дела? Juan lost a cigar, rent a room, hotel California, Beatles and you. Juan, спроси, что происходит. Это все, что я могу сказать по-английски. Juan, наша жизнь в опасности, нужно сотрудничать. Там, снаружи, там атакуют. Что это такое? Что это? Вампиры? Что это? Вы не знаете? Это зомби. Это ожившие мертвецы. Не знаю, с чего все началось. Я был в поездке по делам религии. Развозил гуманитарную помощь нашему народу. Я собирался выходить, но в отеле и на улицах старой Гаваны царил хаос. Я выжил, спрятавшись здесь, питаясь печеньями и колой. Украл эту машину и рискнул отправиться на борьбу во внешний мир. Я думаю, что Господь позволил мне выжить ради битвы. Он хочет, чтобы мы стали солдатами в этом мире против дьявола. И если он этого хочет, то я надеру им задницу за Господа своего. Ну и что? Что он сказал? Что-то о старой Гаване. Да, я тоже так подумал. Хорошо, а теперь спроси его, как их остановить. Как их остановить? Как остановить? Стоять. Мочить их. У меня есть план, над которым я долго думал. Он рискованный, но с ним, на нашей стороне, я уверен, мы сможем это сделать. Мы должны просто... Ебаться, сраться! Ёбаный в рот, а! Я не хотел. Это твои друзья все портят. И что он сказал? У него был план. Не смотри на меня так, ебать. Этот хуесос убил его. Хуан, извини. Это не вернет его обратно. И лучше заткнись. Мне нужно сесть и хорошенько подумать, что делать дальше. Лазаро. Ты мерзок. Не парься, мужик. Могло быть и хуже. Почему бы нам не взять один из тех автомобилей и вооружить его? Я не знаю. Как если бы это был танк, например. Мы добавим на него несколько металлических листов. Я имею в виду сделать что-то вроде амфибии. И взять с собой побольше еды и тому подобное. Черт, брат. Это звучит вполне осуществимо. Ну да. Хуан. Вот еще что. Скажи мне. Если уж мы собираемся на такую охоту... Нет, брат, нет. Да. Меня не слишком волнует то, что я умру. Меня больше беспокоит, что проснусь рядом с вами, ребята. Как такое чмо. Лазаро, ты не можешь просить меня об этом. А почему нет? Я бы ударил тебя мачете, без всяких колебаний. Серьезно? Серьезно? Ну ладно, я это сделаю. Есть ли что-нибудь, что ты хотел бы сделать перед этим? Я хотел бы встретить с тобой последний рассвет. Как ты хочешь, чтобы я это сделал? Не знаю. Ну да. Может разбить тебе голову веслом? Или сбросить с крыши, или зарубить тебя мачете? Как ты хочешь, чтобы я это сделал? Веслом по голове.
Только, пожалуйста, не бей по лицу. Я был более чем в 20 драках, но никто никогда не бил меня по лицу. Если солнце поднимется, а ты еще не умрешь, должен ли убить тебя я? Хуан, ты настоящая шила в заднице. По крайней мере, подожди, пока я умру. Ты позаботишься о моем сыне? Как если бы он был моим. Хуан. Есть кое-что, что я давно хотел тебе сказать. Скажи мне сейчас. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, брат. Нет, ты не понял. Я люблю тебя. Да ну нахуй, Лазара. Я все это время держал в себе. Но кого это волнует? Я реально люблю тебя. Ты только не сердись на меня. Не-не, я и не думал. Ты не против, если я сделаю тебе минет? Поосторожней, чувак. Осторожно, или ты не увидишь рассвет. Я уверен, что я его не увижу. Так кого это волнует? Ну дай. Дай хоть попробовать на вкус. Хуан, ты не можешь отказать умирающему в последней просьбе. Но от тебя же не убудет. Ну ладно, давай. В любом случае, никто ничего не узнает. Я таки развел тебя. Чувак, ты 100% педик. Ах ты ублюдок. Нет, это ты настоящий грязный ублюдок. Ты прям как те, что называют себя метросексуалами. Ты хороший друг, Хуан. Не может быть сомнений. Оставь меня в покое. Ты не в моем вкусе. Блять! Ах ты залупень! Педрила ты тупой! Чё за нахуй? Почему ты не умер? А я какого хуя знаю, чувак? Ты на все 100% уверен, что тебя укусили? Ну, на 30? Пойдем, пойдем. Нужно посмотреть, все ли у детей в порядке. Вставай. У нас еще много дел. У меня есть план.
Я думаю, это самое худшее из всех сумасшедших идей, что у тебя когда-либо были. Я знаю. Как ты думаешь, на улице все так же, как и было? Я не знаю. Как ты думаешь, мама в порядке? Я не знаю. Мы же выберемся из этого, правда? Хуан, ты хорошо подумал? В конце концов, единственным выходом с этого чертового острова является море. Как ты себя чувствуешь? Как тогда, когда я пришел в этот мир? Хочется сраться и ссаться под себя. Давай посмотрим, на что еще мы способны. Иконоборцы! Сволочи! Анархо-диссиденты! Ты думаешь, столько хватит? Я на это надеюсь. Помогите! 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 Ебать тебя в сраку! Так, ты возвращайся, увидимся позже. Уверен? Ты в порядке? Тебя не укусили? Мой отец пытался укусить меня, но я убежал. Хорошо, закрой глаза. Ah!
Пидор сраный. Ну, с Богом. Черт побери, Хуан! Садись, Хуан! Хуан, ты не можешь так поступить. На самом деле, я с самого начала хотел этого. Возможно, все не так уж и плохо. Хуан, не выебывайся, садись в машину. Я выжил. Я пережил Мариэль. Я выжил в Анголе. Я пережил особый период и все, что произошло позже. Я хочу пережить это. Может быть, люди увидят меня, и они придут ко мне, чтобы помочь. Мне здесь хорошо. Мне здесь нравится. А у тебя там есть мать. Она будет заботиться о тебе. Поцелуешь ее за меня. Папа, пожалуйста. Впервые ты назвала меня папой. Ты позаботишься о ней? Конечно. Черт побери, вы прекрасная пара. Если тронешь ее, я оторву тебе хер. А теперь убирайтесь отсюда. Или я заплачу. Со мной все будет в порядке. Мне просто нужен шанс. Я Хуан. Спонсоры перевода «Зомби и Зом». Перевод «Мегапыхарь». Закадровый текст читал «Дэн-904». Релиз группы «Колобок». Просьбы на перевод или озвучку оставляйте на сайте «Нет в кино».
Vamos a escapar en este momento. Si algo te lo impide, ve dejándolo atrás. Vámonos de aquí, que nos lleve el viento. No hay nada que hacer en este lugar. Vamos a apostar todo lo que tengo. Vamos a besar la boca del volcán. Yo me iría por ti hasta el mismo infierno. Moriría por ti. Me gusta sentir que juega, que se me da. Tu vida con la mía. Me gusta porque será. Con la mía. Sobre el tiempo, vamos a vivir el minuto intenso de la eternidad. Me gusta sentir que juega, que se me da. Me gusta porque será.